Празднику быть. По решению Роспотребнадзора день оленевода в Рускинской состоится. Однако пройдет он в усеченном формате. В этом году посетить праздник смогут только жители Сургутского района. Гостей из соседних муниципалитетов, регионов и стран приглашать не будут. Сократится и количество соревнований. Их будет всего три. Гонки на оленьих упряжках, бег в национальной одежде и борьба. Дата проведения назначена на 20 марта. Мы ограничим количество приглашенных гостей, чтобы было меньше. Ну и, соответственно, мы будем стараться, чтобы количество участников этих мероприятий было небольшое количество. А если будет очень много гостей, будем разводить эти потоки. Соответственно, с соблюдением всех требований. То есть масочный режим, режим социальной дистанции и дезинфицирующие все мероприятия. Понятное дело, что будет на... Это мероприятие дежурят и представители медицинских организаций, то есть и скорая помощь будет.